хотели сделать невероятно классный, крутой проект. Надеюсь, что он вам понравится. Я очень рада находиться здесь. Очень все красивые. Я в предвкушении большом, да, я обожаю фантастику. Я во всяком случае жду праздника и радости. Я жду новый качественный сериал, чтобы вечерами смотреть дома. Вместе со мной. Я, честно говоря, жду от библиотекаря сегодня кайфануть. Я думаю, что это будет интересно. Ребята, скорее бежим смотреть. Рекомендую вам посмотреть сериал «Библиотекарь». Перенести это произведение в кино действительно сложная задача. У меня есть ощущение, что это получилось. Очень необычный сюжет, огромное количество звезд, прекрасная игра Никиты Ефремова, необычные сюжетные повороты, много крови, и есть даже юмор, и есть любовная линия. Я сейчас в диком восторге и хочется смотреть дальше. Самое главное – это реакция зрителя. Почему мы работаем для зрителей – это все ради них. Я плакал, я смеялся. Это правда очень крутое кино. Просто очень-очень-очень красивое. Я вот только что вышла из зала. Первое, что я подумала, что вау. Блин, ну Никита Ефремов, господи, он просто потрясающий. Я от себя хочу поблагодарить всю съемочную группу. Эмоции зашкаливают. Мне очень хочется, чтобы превратилось в какую-то такую цельную и содержательную историю. Надо смотреть дальше. Все будет действительно интереснее и интереснее.